Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео в эфире телеканала CBS рассказал о примерных сроках возможного удара КНДР по американской территории. По его словам, Пхеньян будет располагать возможностями нанесения ядерного удара по материковой части Соединенных Штатов через несколько месяцев. При этом Помпео отметил, что в настоящее время правительство США старательно работает над тем, чтобы отдалить эти сроки. Также директор ЦРУ признал, что северокорейская ядерная программа продолжает развиваться и становиться все более мощной. В связи с этим он напомнил, что Вашингтон рассчитывает на помощь России и Китаю в реализации санкций ООН против КНДР.